Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня. Поручение о создании в стране 15 таких организаций в мае дал президент Владимир Путин. Накануне в Москве губернатор Дмитрий Азаров обсудил детали с министром науки и высшего образования России Михаилом Катюковым. 63-й регион имеет все шансы присоединиться к проекту по итогам конкурса. Также стороны обсудили перспективы участия Самарской области в нацпроекте «Наука». Его целями должны стать модернизация отрасли, поддержка молодых ученых и исследователей.